прислали мне вот такую тяжелую посылку. Вот, очень тяжелую. Что здесь? Всем, ребята, привет. Сегодня будет видео, как я рыбачу на поисковый магнит, который мне прислал один из подписчиков из города Козельск, Артем Челноков. Опыта с поисковым магнитом у меня нет, и отправился я поохотиться за мелочью. Вот. Ну, приехал на мелководье, чтобы немножко руку набить, чтобы поисковый магнит не потерять, не зацепить ни за что лишнее. Вот, так что я думаю, видеосюжет у нас состоится, что-нибудь интересненькое у нас сегодня выйдет. Так что приятного просмотра. Первый видеосюжет с подарочным поисковым магнитом. Но вороны каркали не напрасно. Накаркали чертяки. Кидая поисковый магнит, я побаивался, что зацепится и будет проблема вытащить. Но я не думал, что может случиться такое. Удовольствие от забросов получал огромное. Это как рыбалка. Не знаю, что может оказаться по ту сторону веревки. Долго, коротко, но это все же случилось. Магнит не застрял. Нет, он просто отвязался. Да-да, отвязался. Итак, ребята, у меня печаль, у меня неприятная новость. Другой конец с магнита. Отвязался магнит. Всем, ребят, привет! Сегодня у меня будет выход именно спасательный, тем, что мы сегодня будем спасать нашего утопленника, который мы утопили на прошлом копе. Да-да, ребята. Наш подарок был утоплен, и сегодня мы будем его как-то вытаскивать. Надеюсь, мне повезет, и я его найду. Так что смотрим. Будет, возможно, интересно, а возможно, кому-то будет и полезно. Ну что, ребята, нашел я свой магнит. Удачное было у меня все-таки поисковое дело. Фух, слава богу, нашел. Обидно было бы потерять. Тут даже находки. Монеты. Вот, я счастлив, то что все-таки отыскался мой магнитик от души. Спасибо всем. Сейчас крепко-накрепко его примотаю и снова покидаем. Итак, ребят, ну что, расскажу. Вот сегодняшний мой помощник, компрессор, октопус. Потом, что провода, блин, все хорошо. И аккумулятор. Вещь работает. Правда, нужно привыкать дышать под водой. Я все равно как-то задыхаюсь, и мне кислорода почему-то не хватает. Вот такая вот вещь. Нормально работает, но все равно мне как-то кислорода не хватает. Ну, слава богу, нашли мы свой магнитик. Вот он, красавчик. Сейчас привяжем покрепче. А то дружище как-то слабенько его привязал, и он у нас оторвался. Ну что, ребят, продолжаем бросать наш магнитик. В принципе, ничего интересного здесь нету. Попадаются одни монеты. Ну и, конечно, всякие какалики в виде железо, обломки железа, крупного железа здесь нет ничего.
Так что не знаю. Кроме монет ничего нет. Это как рыбалка. Здесь рыбачил на этом месте один товарищ, сейчас он ушел. И я перешел на это место и стал здесь кидать. Рыбачил вот такие вот. Я спрашиваю, а какой смысл рыбачить и собирать такую мелочь? Он говорит, кошка. Опарыш стоит сколько там, рублей 50, да? Проще было на 50 рублей селедки купить и накормить кота. Из монет что вам хочу сказать? Все убитые. Есть, конечно, экземпляры хорошие. И эти экземпляры я почищу и отправлю сюда. А так в целом за один заброс где-то до 3-4-5 монет за раз. Что я хочу вам сказать, ребят, про этот магнит. Он тяжелый. Тяжелый. И получается так, что даже легкий. В каком плане легкий? Тяжелое железо не цепляет. Это как рыбалка. Не знаю, что на том конце магнита будет. Рыбак рыбачить знаю, если поклевка есть, то это рыба. А здесь поклевка тоже в каком-то степени бывает тем, что зацепился за что-то и пытаешься его вытащить. Я здесь побросал уже крупного, здесь ничего и нету. И охотимся пока на мелкий мусор, на монеты. Здесь, между прочим, есть свой тоже нюанс. Просто так тащить магнит не стоит. А немножко подтаскиваешь и освобождаешь. Подтаскиваешь и освобождаешь. Как на зимней рыбалке. Это чем хорошо? Магнит немножко поднимается. Ты ослабляешь трос, и он ложится. Поднимаешь, он ложится. Вот таким вот способом. И метод как-то, знаете... лучше, чем просто взять и тащить. Тем, что сами должны понимать, магнит ложится полностью плоскостью на дно и цепляет из ила мелкие всякие. Очень много крючков поднял уже, рыболовные снастя. Ну, я вам все покажу, конечно же, на осмотре. Около берега что-то цепляет, не знаю, что это такое. Ну вот, улов хороший. Вот так магнит. Ключик какой-то 10-рублевый. Ох, блин, отцеплять, конечно, их тяжеловато. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать свой подводный поиск. Слава богу, магнит отыскался, зачетно. Продолжили, покидали его немножко. Ну и все, что у нас вышло, большая куча монет, которых я вам сейчас обязательно покажу. Какие монеты отойдут, почищу. Я их, конечно, сделаю благотворительный вклад именно в эту церковь. Даже не церковь, а колокольня, часовня. В общем, святой источник. Сделаем хоть какой-то вклад. Так что сейчас на обзор находок, чего я сегодня нашел. Самое главное, нашелся поисковый магнит, который я потерял. Прямо рад, что он нашелся. Так что ладно, на обзор. Ну а по находкам получилось, давайте, со шмурдяка. 4 ключа было найдено. 4 ключика. Вот такие вот опасные предметы были. Это острые, не дай бог, кто-нибудь на них наступит, и все, беда.
возможно, даже заражение крови. Вот, по монетам получилось как-то вот так вот. Была найдена гильза, затем, возможно, пуля. Были даже снасти рыболовные. Вот такая вот хреновина. Грузила, крючки. В общем, так вот. Монеток вот такое большое количество было. Вот. Сделал я вот такой вот изборочный комплект. Смотрите, монеты. Я не знаю, что с ним происходит. Их прямо рвет. Гнет. Дефекты различные. Смотрите, что это такое вообще с монетами происходит. И в плоти рядом везде. Гниют до безобразия. Смотрите, вот видите, это тоже монета. И превратилась вот в такой. Это монеты, ребят, это монеты. Офигеть. И что вы думаете? Нашим потомкам, кладоискателям, останется что-нибудь от эпохи? От эпохи Путина. Вон, они сыпятся, ломаются. Вот это, в принципе, все, ребят, как алики. Есть, конечно, хорошие экземпляры. Пятачки бодрые. Вот, червонцы тоже неплохие. Так, червончики, да, неплохие. Вот такая даже попалась. 1 рубль. Классная, зачетная. Вот эти монеты я почищу. Возможно, какие-то и здесь тоже отойдут. Нормальные будут, возможно, монетки. Я их почищу. И отправлю их сюда вот. Вот сюда вот. Хоть какой-то, но пожертвование сделаю. Вот так вот, ребят, у меня сегодня получилось. Нашли свой магнит. Покидали его снова. И вот такие находки. Так что все. На этом пока. До новых встреч.